Всем здравия! Лев на связи из Абхазии с очередным своим видеорепортажем. Приятного просмотра! Пока на улице дождь, к нам домой решил забраться. Всю ночь лил дождь. Вот такие лужи у нас сегодня. Температура в тени 27,5 градусов. Так цветет бирючина. Цветы мелкие. Аромат чувствуется, когда мимо проходишь. Ну, такой средний. Не сказать, что уж прям особый какой-то. Но вот смотрите, сколько цветов. Вся крона. Цветов больше, чем листьев. По пути на море познакомимся с ценами на экскурсии групповые. Жмите паузу. Это оборотная сторона. Цены актуальны на сезон 2023 года. Сегодня мы всем семейством на пляж прибыли. Вижу, батут появился. Переодевалка, душ, сабборды, бунгало, бар. Так вот выглядит пляж. Облака сегодня, так что тенек. Но в целом очень тепло и комфортно. Температура воды сегодня 24,5 градуса. Ну вот, примерно так это выглядит. Мирославушка на волнах катается. Ну и у Влада тут занятие есть. Любимый песочек, по которому можно побегать или что-нибудь там вылепить. Море после дождей обычно не такое прозрачное. Немножко плавает там всякого. Ну, тем не менее, искупался, в принципе, водичка, что надо, хорошая. Вчерашний репортаж с большим трудом я отснял. Телефон отказывался работать. Но вот что-то все-таки получилось сделать. Сегодня я уже с другим телефоном работаю. Море, в принципе, ну, спокойно относительно. Волна есть, но, знаете, она нечастая. В таком море приятно плавать. Теплый вечер, стадион. Слегка накрапывал дождик в течение дня. Ну, такой прям совсем почти нечувствительный. Тоже не чувствуешь почти. В целом день очень приятный. Без жары. Ну и покупаться, и на пляже время провести можно было. На этом видео завершаю. Спасибо за внимание. Если была информация вам полезна, было интересно, ставьте палец вверх. Оставляйте комментарии, делитесь в социальных сетях данным видео. Ну и подписывайтесь на канал, если еще не делали этого. Реквизиты для доната есть в описании к видео. Всего доброго, с вами был Лев из Абхазии.